картинка из кино 60-х годов. Она была мечтой наших славных дедов. Стояла у подъездов, у кафе и у ДК. И сделана была по заказу ЦК. Волга, советская Волга, полярная Волга, ГАЗ-21. И для чего полезнее иметь автомобиль? На нем проехать можно сотни тысяч миль. Но это не машина, это танк и лимузин. На ней на рыбалку и в кино и магазин. Волга, военная Волга, железная Волга, ГАЗ-21. Я просыпаюсь утром и иду к себе в гараж. Моей старушке 40 лет, но столько ей не дашь. Потом открыл капот, проверил масло и тосол. И на стареньком приемнике поймал рок-н-ролл. Волга, почетная Волга, ГАЗ-21. Притормози, подруга, не кричи, не конюч.